Капитан ТВ. В общем, здесь еще один сервис мы взяли. А, ну, конечно, супер сервис какой-то там, маркетинг, еще что-то. Просто нормальный бокс. А, работаем пока что. Ну, кто знает, может быть, в будущем, если все по масти пойдет, а, будут и, конечно, ролики с крутого сервиса. Ну, потихоньку, да, иншаллах. А что я ролик делаю, почему хочу показать машину? Спортеже, да, это? Kia Sportage, в общем. Ну, тут и моя стоит. Просто тут один, в общем, братишка подкатил и, как сказать, сказал, чтобы мне глушители два сделали. Вы знаете, что всегда один глушитель у них. И, в общем, вот так вот мы их покрасили. Вот один, вот второй. Не знаю, зацените, да, вид. А он сильно хотел, чтобы так выглядело, но мы и покраской тоже, в общем, занимаемся. И сказал, чтобы передний знак Kia был черным. Не знаю, и решетка, чтобы черная была. В общем, вот так вот отреставрировали, да, можно сказать. Вот, видите, решетка сама из никеля, она же никелевая. Именно вот, вот это вот, все из никеля. И вот здесь вот Kia никелевая вся. Ну, мы здесь покрасили, в общем, ништяк, в общем, не знаю. Вот, смотрите, сзади еще она белая. Так. Вот, пока что белая. Ну вот таким она вот так выглядела. Перекрасили на черное. Думаю, что понравится. Вот так вот выглядит. Да, и я здесь еще два глушака прицепил к своей тачке, в общем. Вот. Может быть, кому-то не понравится, но это просто так, по кайф, по-пачанговски, да, можно сказать. Вот, вот так вот выглядит. Такой небольшой ролик, в общем. Вот. Ну, Султан на связи. Если что, я здесь. Ассаламу алейкум всем.